Здравствуйте, дорогие друзья канала Клагомаур ТВ, Стена Плача. Хотя в течение последнего времени на востоке Украины бушует жестокая война с массовыми убийствами, западные официальные СМИ молчат, как сговорившись. И это несмотря на убийства мирных жителей, бомбардировки школьных зданий и жилых домов. Почему это происходит? Ответ прост. Сейчас вооруженные отряды нового правительства, возглавляемые США, стреляют по мирным жителям, потому что обстрел гражданского населения всегда был одним и тем же поводом для вторжения американцев по всему миру. Но кто расскажет об этом всем? Газеты «Голос за» и «Против» недостаточно для этой цели, так же, как и нашего канала «Стена Плача». Но есть новое гениальное решение. Многочисленные комментаторы свидетельствуют о том, что российский телеканал «Россия сегодня» всегда сообщает информацию во всех деталях корректно и всесторонне. Поэтому сайт zeewald.ru запустил в интернет петицию, чтобы канал «Россия сегодня» в будущем транслировался также и на немецком языке. Это именно то, что нужно. Дорогие зрители, давайте отдадим в поддержку этому наши голоса. Их требуется всего 500 тысяч. Весь немецкоязычный регион будет вам благодарен. Дорогие друзья, давайте оторвемся от своих теплых мест и вместе сделаем что-нибудь для того, чтобы истина распространилась по всему миру. Всего вам доброго!